Большой пожар в самом центре. Загорелся один, а пострадали 12. В Рудне сегодня ночью сгорели торговые ряды, расположенные в центральной части города. На месте происшествия побывала Елизавета Будникова. Это все, что осталось от ее магазинчика продуктов и хозтоваров. Прошлой ночью, говорит Светлана Гречишкина, она потеряла здесь около 3 миллионов рублей. Приехала сразу после ночного звонка знакомых. Когда я пришла, уже вот этот был потушен, как бы, ну, дымился вот этот, а наш третий был. А как там было на самом деле, никто ничего не знает. Вот с ним милиция вот работает там вот у нас. Что они скажут, потом будет видно. Ночью пожар в торговых рядах в центре Рудни заметил случайный автолюбитель. Проезжая мимо, увидел огонь в одном из павильонов, вызвал пожарных. Практически одновременно с ними на место стали съезжаться владельцы магазинов. Я весь зашел туда мокрый, сам тушил, даже помогал пожарникам, не успевали. Потому что машина там стояла, и 5 шлангов они со всех сторон тушили. Ну вот, хоть эти магазины успели спасти. Молодцы пожарники. Огонь удалось локализовать за полчаса, но еще около 3 понадобилось на то, чтобы полностью потушить пламя. Осложнила ситуацию единая крыша, ставшая отличным проводником для распространения. В итоге несколько павильонов выгорели полностью, пострадали же все. Сейчас на месте пожара работают специалисты по выяснению обстоятельств и причин возгорания в данных торговых рядах. Предположительно, причина пожара электротехническая. Окончательный вердикт расследователи вынесут в течение ближайшего месяца. Елизавета Будникова, Сергей Зуев, Вести Смоленск из Рудни.